Всем привет, с вами Влад. Небольшая предыстория. Недавно на канале Никита Берг вышел ролик, в котором я принимал участие, а также мой брат. Там что-то было наподобие ивента, в котором нужно было собрать как можно больше записок и получить приз в размере 1000 рублей, но за нами гнался Херобрин. Могут ли реально быть записки где-то за углом? Тут был Херобрин! В общем, давайте перейдем к подготовительной части ролика, ведь там будет смешно. В этом чепуха, блядь. Я сейчас засну, пока все подготовятся. Не надо. Я могу уже курицу целую пожарить. Вы все настроили, у всех все в порядке? Да. Я проверяю запись. Да, да. Сейчас ты жрёшь суп нормальный вообще. Тихо. Кошечка. Энджел, ты слышишь нас? Да, все хорошо. Верка, это твой первый ивент? Да тихо, ты все подготовила? Все, у тебя нормально? Тихо. Не кури. Алло. 1.16.5 такая говняная версия. Тихо, нет, ангел. Материться можно? Да тихо ты. Тебя дети смотрят. Да ты можешь помолчать хоть минуту, пожалуйста. Вроде как бы. Все, тогда я могу начинать рассказывать уже. Верка, ты любишь Майнкрафт? Обожаю. Женился бы на нём. Да он любит Кэску больше, чем тихо! А Дота еще больше. Тихо! Кто это включил? Я сейчас бан выдам. Диматрон. Владислав. Арьёв. Ну я музыку включил, ты хотел. Ромнинский проснется сегодня? Чё, поехали? Да? А баб, колыбаку мою забери. Что, давайте тогда все тишина, я рассказываю, что нужно делать. Всем тишина, я рассказываю, что нужно делать. Куда зайти-то надо, ёкерный бабусь? Никуда. Вот, пожалуйста, ему выдайте. Уже. Сейчас я вам даю всем айпишник сервера. Мы на него заходим, но сначала ничего не делаем. Значит, мы появимся возле тотема Херобрина. Выстраиваемся все в линию. Я херачу приветствие. Рассказываю там, в принципе, то же самое, что я сейчас расскажу. Как только я активирую тотем, в нашем мире появится Херобрин. Мы будем играть на ограниченной территории. Территория ограничена за забором. За забор заходить нельзя. На этой территории спрятаны записки. Я нашел! Примерно сколько там? 20 записок где-то. За 20 минут, то есть время будет показываться на экране, нам нужно как можно больше найти записок. То есть каждый ищет себе записки. В конце, кто соберет больше всего записок, тот, естественно, победил. Во время того, как вы будете искать записки, вас будет пугать Херобрин разными методами. Еще время от времени будет включаться PvP. То есть вообще PvP будет отключено, но иногда может включаться. Естественно, во время PvP можно пытаться убивать друг друга, но лучше это, конечно, не делать, как вы там выберете. Вы можете, в принципе, ломать, строить, это по желанию. В самом начале, естественно, как только активируют тотем, то, в принципе, можно себе скрафтить какие-то предметы начальные. Для того, чтобы, да, обороняться от других игроков, если на вас кто-то нападет. Соответственно, если кто-то умирает, то для него поиски заканчиваются. Вот эти все листовки или что там, я могу у него забрать, убить, да, его? Человека? А, я это, кстати, не продумал, не знаю. Но если можно убивать... Не, наверное, сказал. Мы будем играть Skip Inventory, и ничего выпадать не будет из игрока. Потому что это будет сильно жестко, какой-то тип просто там скрафтить себе меч, все остальное, и просто всех поубивает. А, я так и хотел сделать. Нет, так, ну так не особо интересно будет. Угу. Окей. Слушай, а как это будет выглядеть? Это таблички где-то висят или что это такое? Увидишь. Локация, у вас будет ограниченная окей. Локация у вас будет, они могут быть совершенно в любом месте. Ну то есть окей. Даже я не знаю, никто из нас блин, не знает. Блин, пипец интересно, давай уже заходить. На, можно эту запись на свой канал, если что, тоже сделать, если ты после твоего видео. Ну после моего, думаю, да, можно. Окей, все. Все, я тогда кидаю IP. Это что, самая легендарная карта, мы с Владом на телефонах в нее играли. Мы сами ее строили на Все, подойдите сюда, станьте здесь. А ты где? У меня скин видно мой? Да, скин видно. Да. Дома. Еще в сундуке возле разрушенного портала каждый может взять по одному факелу. Только не сейчас. Вернись назад. Сейчас. Так, а под землей тоже может быть, да? Да. Записки. Все, можно. А как они выглядят? Под землей еще есть? Офигеть. Ну все, как они выглядят? Бумажки обычные. Я их не прятал, я не знаю, где они. Все, давайте, становитесь. Тогда выключать. Господи, пи***ц.
Все, встаньте в линию, включайте свои микрофоны, я начинаю. Итак, ребятки, в принципе, мы все уже собрались. Все в боевом настрое и готовы сражаться за главный приз. Значит, у нас уже готов тотем призыва Херобрина. И где-то здесь спрятаны записочки, которые мы постараемся найти за 20 минут. Как только я активирую тотем, начнется полнейшая жесть. Надеюсь, ребятки, вы все готовы, потому что что будет происходить дальше, не знаю даже я. Пожалуйста, не нужно сюда ничего закидывать. Фух. Поехали. Тиматрон, мы не поехали. Что? Я не могу огонь кинуть. А, крутой. Да. Встаньте в ряд назад. Сейчас по новой начинаем. Ну что, ребятки, в принципе, мы все уже собрались в мире Херобрина. Здесь у нас готовый тотемчик, и в ближайшее время начнет происходить полнейшая жесть после того, как я его активирую. Естественно, главная задача — это найти как можно больше записок Херобрина, которые спрятаны на этой ограниченной территории. И после того, как я активирую сам тотем, Херобрин появится в нашем мире и начнет происходить полнейшая жесть. Ну что ж, ребятки, надеюсь, вы все готовы к тому, что будет происходить дальше. Да, я готов. Потому что я сам, если честно, к этому не готов. Фух. О-хо-хо. Ну что? О, ясно. Погнали? Так, все, погнали выживать. Так, валим. Осталось времени 20 минут, пишет. Так, я забрал один факел. Теперь я его возьму в другую руку. Если я проиграю, это будет очень плохо. Я хочу попробовать выиграть. По всей сути, надо реально просто взять и всех убить. Забрать много записок. Ну, убить это, конечно, плохо, потому что не получится. Но PvP будет иногда включаться, а это самое главное. Верстаки. Так, окей, первые вещи должны быть у меня уже подготовлены хотя бы как-то. Уже начинается ночь. Ночь — это плохо. Так, мою базу, надеюсь, сейчас никто не спалит. Но, если чё, тут включен Keep Inventory. То есть, у меня вещи не пропадут, можно хотя бы не бояться за это. Мне надо собрать записки, но я думаю, сначала надо PvP подготовиться хотя бы. Мне интересно, а пишется ли в чат вообще то, что нашелся человек, который взял первую записку? Как достижение, допустим, да? Молния. Стоп. В смысле, молния? В смысле, а что это значит? Меня сейчас Херобрин убьет? Молния — это вообще плохо, если что. Так, ну я, наверное, попробую поискать снаружи. Вот этот дом, он очень интересный. Я хочу попробовать его сейчас всего обследовать. Мне кажется, там уже некоторые люди уже ходят, да, бродят. Уже записки там даже нашли. Но я заранее подготовился к PvP. Я думаю, это хорошая тактика. А, нет, не подготовился, мне нужен еще меч. Вот, теперь у меня есть меч. Давай, возьмись. Все, ломаю. Да, не ходит уже, все подбирают, я уверен. Но я могу делать так. Это я точно могу. Потому что вот так. Опа, здравствуйте. Так, я так понимаю, здесь записок не будет, да? Потому что вы тут. Слушай, вот так вот сделаю. Вот. Вот так вот надо и работать, мне кажется. Я вообще не представляю, где я найду первую записку вообще. Опа. Так, я нашел секретный уровень, да? Нет, это не секретный, это котик обычный. А может ли быть в котике записка? Хмэ. Ну, вроде как нет, окей. Ну, у меня новости плохие. Ну, по крайней мере, ничего еще не писал в чат, я не знаю, сколько времени осталось. Но прошло уже больше, чем 1 минута, это точно. У меня уже еда закончилась. Ну, еще не закончилась, я могу сделать так. Могут ли реально быть записки где-то за углом? Тут был Херобрин! Я видел Херобрина! О нет, это плохо, это в любом случае плохо, но вещи должны оставаться, по всей видимости, я должен выжить. Но мне кажется, что из этого дома уже скоро надо валить, потому что, ну, не к добру здесь все это. Тут ходит Херобрин, этому я уже точно увидел. Я просто пробираюсь альтернативными путями, раскапывая блоки. Мне это нравится, в принципе. Ну, у меня вообще очень плохие новости. Я просто еще ничего не нашел, и тем самым, как бы, у меня еды нету. И скоро PvP включится, я уверен. О, Давид. О, 15 минут, чего? Я еще ни одной записки не нашел. Пошла страшная музыка. Я надеюсь, что я сейчас не умру. Лучше мне подобывать дерево. Это явно лучше, чем просто ходить и пытаться что-то находить, и в итоге не находить. Что? ПВП? У меня даже брони нету, чтобы вы понимали. У меня нету ни еды, у меня хп, как бы, ну да, уже, да, не на том уровне, чтобы жить. Но если я буду ходить на шифте, то меня, скорее всего, не заметят. Так, уже убивает кого-то, уже кого-то убивает. А тут реально просто уходит?
Берут, умирают и уходят? Вроде же киберинвентарь сообщили, нет? Либо чуваку просто не понравилась игра, и он вышел, либо если меня убьют, то до свидания. Я надеюсь, что так не будет. Как тут цинкаться? Ну я вообще хочу максимально просто долго прожить, меня абсолютно как-то не особо-то интересуют эти записки. Но это так-то да, это 1000 рублей. Так это я зря тут копаю, тут я ничего не найду, это ясно. Эу, в смысле в чате, херабрин? Раменский был убит, оу, Давид, ты был хорошим игроком, но тебя убили, по всей видимости, да. Я не знаю, куда я копаю, может быть, я даже за пределы карт ушел, честно, я не знаю. Во, да, смотри, Раменский тоже вышел, все, его нету. О, ПВП выключено, отлично, все. Так, могу хоть смело копать. Я еще ни одну руду не нашел. Что это? Как это? Это нормально, да? Или карту специально так проработали? Я тут просто так копаюсь, что ли? Ну да, камни нашел, буду хотя бы строиться. Мне кажется, нет смысла дальше копать, я пошел наверх. Так, ну если сейчас ПВП включится, я просто обратно лезу и все. И до свидания. Мне сейчас очень сильно нужна корова. Просто корова, срочно. Ты кто? Это Слав. Уф, не-не-не, он там одет вообще. У него чанка, у него, короче, очень мало чанков. А я могу вот так вот сделать? А, баги нашел. Ну ладно. О, шахта. Первая шахта, наконец-то, хоть что-то я нашел. Ну из этой шерсти я вряд ли смогу что-то скрасить, но окей. А у меня с едой вообще очень плохо все. Я не знаю, как я должен был тут выживать. Ни одну руду я еще не нашел. Вообще, абсолютно. Так, овца. Братан, здорово. Так, все. Ты теперь мертв. 10 минут уже остается. Тихо. Так, тихо, как убрать фонарь? Я буду остерегаться максимально всех игроков. Так, тут был верстак. Значит, скорее всего, тут, возможно, уже записки все забрали. Ну ладно, я попробую пойти в дом. Но это все на мой страх и риск. Если я там умру, то, блин... Я туда точно... Что это? В смысле? У меня нету даже хилок. Меня стукнули только что молнии. Все, мне нужны хилки. Так, это ясно. Я, короче, сюда не захожу, потому что мне нужны 100% хилки. Сзади меня Слава. А, он меня не видит. Отлично. Все, если сейчас меня молния стукнет, то это все, это габело. Ну ладно, я не нахожу ни одного животного, блин. Придется мне рыскаться тут. Ну хотя бы записку найду, окей. Может быть, тут точно должна быть одна записка хотя бы. И, возможно, я даже выиграю. Но с одной запиской вряд ли. Это записка? Нет, не записка. Все очень плохо. Я, честно, вообще не выживальщик, поэтому у меня вот такие дела сейчас. Тихо. ПВП выключено, если что. Мы себя не видели, все, до свидания. Блин, вот если бы тут были бы ящики с едой, это было бы прям вообще четко. Все, я не могу бегать, у меня даже еды нету. Ну я же тут вроде ходил даже, зачем я тут хожу опять? Опа, второй этаж, стоп. Этого я еще не видел. Нить. Хоть что-то я нашел. Ну, нити и редстоун мне вряд ли что-то дадут. Но так хоть что-то хоть нашел за эту игру. Почему у меня музыка играет? Все, музыка закончилась. Сорян, если эта музыка была включена нормальным образом. А я ее сейчас тупо выключил. Но она громкая все равно. Да что? Да вообще как? Я не знаю, вот по интерфейсу вроде бы... Я надеюсь, что это листок. Я очень надеюсь, что это сейчас была табличка, листок. Не знаю, не помню, как это должно называться. Железка! Железка, как? Ой, чуваки, я умру. Это точно смерть. Но если я буду остерегаться и все подбирать тихо и спокойно, то окей. ПВП включено. Опа, так. Тихо. Вот та самая табличка, которую я нашел, она же... Так, она же должна быть где-то там. А если я стою на месте, это может быть молния? Типа, это может призывать молнию как-то? Я просто стерегаюсь максимально. Я и даже корову не могу найти. Это у меня такая удача. Смотри, вот человек только что умер. И будет ли он сейчас ливать? Да, он ливнул. Все, это ясно. Это точно понятно. Я лучше буду ходить на F5. Это более-менее выгодно. До свидания. Я очень надеюсь, что ни у кого нет сейчас читов. Это что? Это набег на то, что мне сейчас хана тут? До свидания. Серьезно?
Да, ваш аккаунт был удален. Ну, вообще, хоть какая-то попытка, я думаю, это было весело. Да, ходить по местам, где у меня нету еды, я умираю. Всем молчать! Нам сейчас всем нужно опять зайти в Майнкрафт и почитать записки. Записать финальную сцену. Да? Записки? Да. А типа, меня когда человека убивает, все, ты типа дальше не можешь играть? Конец, да, это конец. Блин, я думал, что за хрень? Я думал, может, сервер лагает. Вот это место, я тут. Я вообще с двумя хп сидел в земле на шифте, чтобы меня никто не нашел. Я тоже, ну, практически. Но это я под конец сидел. Холодно было. Так, сейчас я скажу речь, выключите все микрофоны, как только я начну называть, по очереди включайте микрофоны и говорите. Не пишите в камзон в чат, пожалуйста. Все, я начинаю тогда. Вот, в принципе, и закончился наш увлекательный ивент по поиску записок Херобрина. Ну и, естественно, самая интересная часть, кто же сколько записочек собрал. Начнем с Мирей 7. А если ты хочешь узнать, сколько людей собрал записок, то по ссылке в описании ты сможешь посмотреть оригинальное видео и услышать эти самые цифры. В принципе, народ, вот так вот получилось. Я поучаствовал в видеоролике от Берга, это его первый ивент. Я надеюсь, что он вышел, и если вы видите этот ролик, значит, он вышел. Ссылка на его ролик будет в описании. Подписывайтесь на мой канал и на канал Берга, да. Всем удачи, всем пока. Это моя одна из неудачных попыток. Ну и все равно было весело, так что всем удачи, всем пока.